Всем привет! Давайте сегодня сделаем шорты из постельного белья. Для начала возьмем штаны, которые лучше всего на вас сидят. Складываем их, как показано на видео. Должна получиться такая конструкция. Берем лист А3, либо же бумагу для выкроек. Обводим контуры штанов. Теперь делаем вторую выкройку, но уже обратной стороны штанов. Сначала нам нужно обвести эту часть штанов. Затем обрисовываем следующую часть выкройки, как показано на видео. Немного корректируем выкройки и можно двигаться дальше. Вырезаем выкройки. В качестве ткани я буду использовать старое постельное белье. Складываем ткань пополам. Ровно раскладываем выкройки на ткани. Нам нужно получить 4 детали шорт. 2 передние стороны и 2 задних. Обводим карандашом или мылом каждую выкройку. По бокам прибавляем по 1 сантиметру. Снизу добавляем 10 сантиметров для длины. Делать это не обязательно. И 4 сантиметра для подгиба. Сверху прибавляем тоже 4 сантиметра на каждой выкройке. Делаем наметку по этой линии, тем самым скрепляя две части шорт. Потом сшиваю это все швейной машинкой. И делаем то же самое с другой парой шорт. Должны получиться две таких половинки. Не забудьте убрать наметку. Прикладываем обе части друг на друга лицевой частью. Проходимся наметкой по бокам и по всему периметру шорт, кроме вырезов для ног и выреза для талии. Далее прошиваем все эти участки на швейной машинке и обязательно обрабатываем оверлоком края материала. Затем убираем уже ненужную наметку. Обстригаем лишние нитки. Задеваем ткань на верхней части шортов, делаем наметку и прошиваем. Не забываем оставить небольшой пропуск, чтобы просунуть туда резинку. Вставляем резинку и хорошо скрепляем два ее конца.
Далее подгибаем окончание шорт с обоих сторон до линии, которую мы проводили еще на этапе создания выкроек. Делаем наметку и сшиваем. Такие летние яркие шорты у меня вышли. Синтетический материал не особо подходил для применения как постельное белье, но для шорт эта ткань отлично подошла. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Увидимся очень скоро. Пока-пока.